Всем привет, с вами S-Cube. Не так давно я показывал один интересный баг, с помощью которого можно с легкостью проникнуть за границы территории дезматча. Этот баг мы уже прекрасно все знаем, и пользоваться им уже, мягко говоря, поднадоело. Именно поэтому я отыскал еще один, более интересный баг, с помощью которого вы сможете залезть внутрь этого контейнера. Мало того, что снаружи вас вообще не будет видно, так еще вдобавок соперники никак не смогут нанести вам какой-либо урон. Ну а вы, в свою очередь, можете простреливать все в пределах своего обзора. И именно этому я сегодня вас и обучу. Также хочу сообщить, что в этом ролике я буду разыгрывать 600 UC. Вся информация по поводу конкурса будет чуть позже в этом видео. Итак, этот баг я обнаружил совершенно случайно, просто крысив в дезматче. Я понимаю, что дезматч для сплинтеров не особо предназначен, но что поделать, все мы люди и играем как можем. Так вот, однажды я заметил небольшую странность. Иногда под этим деревянным палетом я начинал проваливаться за текстуру, тем самым падая за пределы самой карты. А это означало одно: тут где-то таится баг. И мы с моим другом начали расследование. Нам нужно было найти нужный пиксель, из-за которого я проваливался за текстуру. И мы начали проверять все эти мостики. И нигде ничего подобного либо же странного мы не находили, пока мы не дошли именно до этого палета. При попытках встать, тут моего персонажа драконило просто нереально. То голова застревала в палете, то снова падал под карту. В общем, это оно. Забагованная текстурка. Муа. Она находится возле респа с бетонными стенами у первого контейнера. Залазим туда и пытаемся встать. Как мы видим, уже происходит какая-то аномалия. И это именно то, что нам и нужно. Пытаясь до конца раздраконить эту текстурку, мне удалось наполовину проникнуть в этот контейнер. И из-за контейнера торчал лишь мой зад. А передо мной открывался просто прекраснейший обзор на центр карты, который, к моему удивлению, еще и простреливал. Ну, не праздник ли? После многих попыток нам с моим товарищем все-таки удалось проникнуть в контейнер полностью. И тут вы уже становитесь настоящей невидимкой. Ведь вас вообще не видно. А вы, в свою очередь, можете спокойно расстреливать мимо проходящих врагов. Но когда они поймут, что вы внутри контейнера, ничего поделать они все равно не смогут. Ведь между вами стоят стальные стены контейнера, которые, к вашему счастью, не простреливаются. Так что можете быть спокойны. А вот чтобы залезть в контейнер, вам нужно лечь именно под этот палет и ползти в нижнелевую сторону. И примерно в этом месте вам необходимо встать. Вуаля, все гениальное просто. Также тут неплохо координировать своих союзников. Например, если вы будете сидеть тут, то вы можете убивать врагов еще до того, как они дойдут до вашей базы. А ваши союзники могут засесть где-нибудь за вами. В общем, берите на заметку и пользуйтесь на здоровье. И может хоть когда-нибудь разработчики обратят на это внимание и будут серьезнее относиться к багам, которые они никак не прикрывают. В общем, да спасет Господь вашу душу от бана. Ведь мы делаем бравое дело. Развлекаемся и подрываем пуканы ради нашей с вами любимой игры. Ну а теперь о конкурсе на 600 UC. А вот, кстати, победитель прошлого видео. Поздравляем счастливчика и обладателя халявного Royal Pass. А остальных прошу не расстраиваться. Ведь в этом видео у вас есть еще одна возможность урвать халявные UC-шки. Для участия в конкурсе вам необходимо подписаться на канал, поставить лайк на этот ролик и написать любой комментарий. Победителя я выберу рандомно, поэтому у всех шансы равны. Результат вы узнаете в следующем видео, так что удачи. А с вами был S-Cube. До новых встреч, друзья. Пока.